Опубликован анонс документального фильма «Пусть следующее поколение сделает лучше меня». Это специальный проект пресс-службы Елбасы и журналиста Айгуль Адиловой. Фильм покажут 6 июля в 21:40 по времени столицы в эфире телеканала «Хабар». Всюду в мире перемена власти, опасный момент. Всегда в эти моменты бывают катаклизмы, беспорядки. Все политические силы поднимают голову, каждый старается ухватиться. Я это учитывал, говорит в анонсе фильма Нурсултан Назарбаев. Этот коронавирус показал, там, где есть сильная вертикаль власти, там можно справиться. Люди гибнут. Здесь надо принимать быстрые и окончательные решения, подчеркивает Елбасы. Напомним, сегодня 6 июля 2020 года Нурсултан Назарбаев отмечает 80-летний юбилей.